пришло новое крепление для камеры. В силу особенностей моего шлема прикрепить на шлем камеру, ну, просто какие-то нелепые способы, либо ненадежные. Вот. От того нет коннекта с моими подписчиками, то есть я не могу с вами общаться во время езды. Вот так вот, а сейчас взял новое крепление, и поэтому опробуем его. Не знаю, как оно снимает. Это я мусор выношу. Главное, шлем не выбросить. Опа. Такая штучка.
вот. Наверное, видео появилось так. До начала езды весь звук записывается, потом еду, что-то бубню вы не слышите. Почему-то у меня такие предположения. Ну, чисто думаю, реалистичные. Как бы. Либо надо ездить на электричке, чтобы было слышно.